Всем привет, с вами я, Казиру. И сегодня я снимаю на Радмир РП первый сервер. Сегодня у нас, как обычно, ловля. Уже остается у меня 3 минуты до ловли. Я уже спойлерну, маленький спойлер сделаю, скажем так. Я купил уже практически бизнес. Но он не прям уж такой хороший. Я купил... Короче, послезавтра выйдет видео. Что я купил, даже видео о покупке будет. А сегодня у нас ловли, я, наверное, как обычно, встану в своем районе. Там две аукционы, я вижу уже. Я встану из-за того, что у меня только всего лишь 1 300 000. И на них как бы много чего не купишь. Вот. Ехать куда-то остановиться сейчас еще не хочу просто. Да и в моем районе я всегда тут стою, как бы ловлю. А здесь что-то много народу. Я всегда сейчас проеду вот так. Вот я сейчас припаркую, чтобы она... Ну, чтобы было, если что... Я, кстати, продал свой рендж и купил себе G30. ПТС-очки у меня... Не очень все хорошо, скажем так. Два износа. Я покупал с одним износом, а продаю с... Ну, сейчас не продаю ее, а сейчас два износа. Я не знаю, откуда взялся еще один износ. И 3К бега было. Накатал 700 бега. Госка 6. Я купил за 3. Ну, я думаю, нормально взял. Она офигенно едет 260. Под стейджем она... Под первым стейджем она едет 273. То есть, ну я не буду ставить, скорее всего, первый стейдж, потому что сейчас куплю бизнес и вот это все разорение. Сейчас, короче, прошла информация, что произошел слет. Но вот у меня две квартиры были в аукционе, так что не вариант, что у меня вообще что-то слетело. У меня мой райончик там, а ничего не слетело практически. Вот она. Угу, аукцион, 5-й. Ну, здесь может лететь и 2 квартиры, так что я прочекаю лучше все. Мне Данек сказал, что слет, у него слетела квартира. Сейчас я зайду, посмотрю. Сейчас буду чекать здесь. 4-й этаж. Ага, здесь мужик уже смотрит. 5-й этаж. Чтобы сейчас бы словить, потому что. Угу. Давайте сразу на 7-й. Чтобы сейчас за ним не ходить. Давай. Ну, следи еще как-нибудь. Ага, ну, понятно. 8-й этаж, ничего. Ну и 9-й. Ну, понятно, мне ничего не слетело. Все понятно. Так, ну я на 6-м не был. Сейчас прикол будет, если мужик словил на 6-м. Понятно, здесь вообще квартира не слетела. Забегу сейчас в параллельный вот этот райончик, который сбоку, вот он. Ну не райончик, а подъезд. Может быть там какая-нибудь квартира слетела. Ну-ка. Там даже элитный район не слетел, вот в чем есть прикол. 9-й этаж. Нет, жалко. 8-й. 8-й, давай. Вот она. Аукцион, ДК. 7-й этаж. 7-й, ну слетишь он. 6-й этаж. 6-й этаж. Тоже ничего, ну, конечно. 5-й этаж, там тоже, наверное, будет ничего. О, здесь до него. Стой. 4-й. Он снизу, наверное, пошел. Блин.
Давай, ну хоть что-нибудь. Второй. Угу. Блять, да чтоб. Я ненавижу этот район. Просто здесь квартиры 300 тысяч. Если две, то 600 тысяч не так уж прям уж большая цена. Ну, здесь вообще нихера. Так. Сейчас поеду в элитный, друг, что-нибудь там сидит. Аукцион еще что-то сделал, так что вон. Блять, я на карту, на мини-карту смотрел. Там вон все, аукцион, это не был так. Здесь же вода, черт. На скорость попробую. И мать в рот, блять, нихуя себе. А тут? Лыткарина. Вдруг сейчас лытки я словлю. Хотя там тоже люди стояли, так что не вариант. Так, я уйду на паузу, чтобы побыстрее доехать, чтобы мне не фризилось. Сегодня что-то как-то вообще неудачный день. Уже 11:12, и у меня отключили интернет. Я ничего не словил. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в нашу банду Фэмини, состав Фэмини. Банда находится вот, дом последний. Всем до новых встреч, всем пока.